Так, всем добрый день. Мы сейчас находимся в городе Камрати. Хотел бы вам показать ситуацию с речкой Ялпуг, юга Молдовы. Так, это у нас получается сама река, как вы видите. Получается даже не светлого цвета. Ты вам для сравнения взял и бутылку чистой воды, чтобы сравнить, получается, и сам цвет воды. Как видите, это все идет камыш, камыш и камыш. Здесь есть и различные пластиковые и другого типа отходы, бутылки. Как видите, это все прямо возле реки. Есть консервные банки, как видите. То есть это все возле реки Ялпуг на юге Молдовы, в Камрате. У самой реки какие-то полиэтиленовые пакеты. Еще что-то, как видите, камыш тянется. Здесь я услышал, что-то еще обитает. Еще-то обитают какие-то лягушки, услышал звук лягушек, что они прыгают в воде. Но сама вода, я сейчас вам покажу, какого цвета, что вы увидели поближе. Вот, это у нас получается, вот для сравнения вам чистая вода. Так, лучше покажу, что вы увидели. Вот вам для сравнения две воды. Видите, вода мутная, а вода мутная, в воде очень много растительности. Как я вижу, и кроме камышов растет еще какая-то трава. Но при том обитатели наши, получается, лягушки, они еще есть там. Ну вот я иду дальше, сейчас вам покажу. Вот у нас здесь бутылки есть. Это получается, мы прямо возле речки. Как видите, здесь кучу различных отходов. Вот пластикового от ведра кусочек. Получается, это от верха, как я понимаю. Он тоже рядом возле речки. Есть и другие пластиковые бутылки, как вы видите. Вот это у нас получается с другой стороны речка тоже, как вы видите, тоже цвета совсем не прозрачного, в общем, сама вода. И очень много в реке всяких отходов различных. Это и кроме этих бутылок, как вы видите. То есть есть и какие-то предметы, есть камни в самой реке, бутылки, банки, как видите, что это у нас, сейчас я вам покажу. Это краска, как видите, краска, это очень едкое вещество. То есть оно, сами понимаете, вот что оно превращается. Сами понимаете, содержимое этого баллончика с краской попадает в реку. И сами понимаете, что это все распространяется по всей реке, откуда она начинается и где она заканчивается. Для решения этого вопроса должен подключиться как сам Камрад. Сейчас одну секунду покажу. Вот тут еще от сигарет есть, получается, пачки от сигарет, какие-то стаканчики. Вот, ну, правда, стаканчики идут с картона. И вот это прямо, смотрите, то есть все сбрасывается в реку тут. Представляете, когда дождь идет,
То есть вся вода проходит через эти все отходы различного, из различного материала, различного размера, различной токсичности. Все это попадает в реку и разносится по всему периметру, потому что река сообщается и с воздухом, и с почвой, и также сюда различные птицы прилетают, пролетают, и, как вы понимаете, они тоже переносят различные, так скажем, заболевания. И все это отражается, конечно, и на состоянии окружающей среды Камрата, то есть на состоянии людей. Что еще хотел сказать, я вот сейчас шел до речки, и здесь, даже не доходя до речки, то есть очень много каких-то свалок с различными отходами, которые тоже впоследствии стекают в реку. И как сами понимаете, мы пьем воду, но вода должна быть вот такая чистая, то есть вода должна быть питьевая или хотя бы для технических нужд. Вот эта вода питьевая, но она продается в магазинах, то есть сами понимаете. А у жителей Камрата, у жителей других городов, то есть развито тоже сельское хозяйство. Как сами понимаете, то есть для того, чтобы нормально можно было и в этой области работать, то есть вода должна тоже быть чистой, потому что ее пьют и животные домашние, и птицы, и, в общем, все. То есть если это городская река, то она имеет статус городского значения, но вот взять, если речку Ялпуг, то она имеет и местное значение. И значение, я считаю, для юга большое, для Украины, то что она впадает, получается, у нас в озеро Ялпуг. И поэтому нужно подключение всех сторон для решения этого вопроса. То есть это должен быть, я считаю, и Камрат, администрация Камрата, сам Башкан Ирина Влах должна подключиться к этому. Примар города Камрата должен подключиться, местные экологи, экологические инспекторы, министр с Кишинева, наша министр, в общем, по сельскому хозяйству, региональному развитию и защите и окружающей среде. Также должен подключиться, я считаю, то есть различные парламентские комиссии по окружающей среде. Также должен подключиться гидрометео наш кишиневский. Агентство Апели Молдовии, АПАСАН должен подключиться, различные фонды, как австрийские фонды, австрийское, в общем, агентство по развитию и другие агентства, USAID, премьер-министр должен подключиться, председатель парламента и президент. Мы находимся на втором мосту речки Ялпуг в Камрате. И здесь ситуация намного отличается. До того, как мы подошли к самой речке, здесь чувствовался запах, получается, отходов от свеклы. Если вы знаете, запах есть, когда готовят, когда делают сахар на производстве, то у нас остаются отходы. Жом это называется по-народному. Его дальше уже используют для кормления домашнему скоту. Сейчас находимся у второго моста. Здесь запах вот этот первый идет как запах жома. Мы еще не доходим до второго моста. Когда мы подходим ближе ко второму мосту, то здесь просто невыносимый запах. Его просто вам невозможно передать. Недаром эту речку Ялпуг называют речкой-вонючкой. Давайте я вам покажу, как выглядит сама речка у второго моста. То есть, как видите, здесь плавает какая-то белая пена. И между этой пеной плавают какие-то сгустки чего-то. Они очень легкие, как видите. И если мы попытаемся их, в общем, взять или что-то еще с ними сделать, то есть они просто
растворяются в воде. Вот я вам показываю. Видите, да? Или мы хотим ближе взять. То есть это какое-то вещество, как вы видите, в самой речке, которая путешествует в ней и путешествует. Кстати, здесь больше воды, чем на первом участке у нас получается. Но, как вы, может, видели, сейчас я вам показывал, здесь камыш есть. Как я понимаю, где камыш, там практически воды нету, там у нас получается болото. Сейчас я вам дальше покажу, что у нас здесь есть. Ну вот еще большой сгусток, если видите, я пытаюсь его тоже взять. Но он просто растворяется. Просто эти сгустки растворяются в самой воде. То есть, есть предположение, что это какое-то вещество. Так, мы идем дальше. Давайте вам покажу дальше сам мост. Это второй участок моста. Так, вот сам мост наш. И ситуация повторяется, как видите, на всем промежутке. Я не беру этот пенопласт, что он не так быстро разлагается, как знаете, да, но он так же, как эти частицы, может путешествовать по самой речке. Так что вот у нас так выглядит этот участок. Сейчас я вам сделаю панораму всего этого участка, чтобы вы увидели, сколько много здесь этих плавающих частиц. Так, смотрите, вот это камыш. Там где-то вдалеке был первый мостик. Его отсюда не видно. Ну, может, вы видите вдалеке. Там здание, вот он примерно вот там. И вот этот участок наш получается здесь. Как он, насколько он тянется дальше. Так, сейчас я пройдусь еще раз, откуда мы начали это все снимать. Так, ближе к мосту подхожу, чтобы вы тоже посмотрели, что здесь есть. Как видите, камыши. Как видите, растительность здесь тоже есть, камыши, какая-то трава растет здесь, но вода очень воняет, очень нехороший, просто неприятный запах. Если вспомните наш кишиневский бычок, то у нас этот запах идет по всему городу. Здесь ситуация тоже аналогичная, но, конечно, зависит, как и у нас, от ветра. Вот. Давайте я вам покажу. Это у нас под мостом получается. И мы также хотим взять эту штуку. И она у нас просто растворяется в воде, как вы видите. То есть просто нереально взять. А если даже посмотреть то, что остается на палочке, то это похоже на какое-то болото. Не знаю, в общем, какое-то вещество. Ну, очевидно, что можно сказать, что здесь было что-то слито в реку. Так, давайте я вам еще покажу. Вот так оно выглядит. В общем, мы сейчас находимся у третьего моста в Камрате. Это мосты, о которых я говорю, на речке Ялпук. И сейчас я вам хотел показать, откуда у нас идет вода. Вот перед вами канализация. Я вам покажу ее еще ближе. Вот, чтобы вы удостоверились, что это обычная канализация. И вот водичка у нас течет. Так, покажу вам, откуда она течет. Вот прямо с этой стороны она течет. Так, мы идем с этой, чтобы
посмотреть, как она течет. Вот откуда идет у нас сама водичка. И, сами понимаете, она дальше течет вниз согласно силе тяжести и попадает, получается, в Ялпуг. Вот мостик сам, как вы видите, это третий мостик, который насчитал. И сейчас вам покажу и сам небольшой водопадик с водички, которая течет с канализации прямо в Ялпуг. Вот она, показываю, смотрите. Вот у нас получается. И запах соответствующий, конечно же. Вы понимаете, это все канализация. Канализационная вода, соответствующий запах. И это все идет сверху прямо. Видите, каким ручьем течет? Даже больше и быстрее, чем родник. И оно все попадает, как вы видите, стоками прямо в речку. И вот перед вами камыш. Водичка дальше распространяется. Как вы понимаете, смешивается с водой и с отходами различными, которые здесь представлены. Это мост, кстати, под... Это третий мост. Это то, что под третьим мостом. И все это у нас смешивается. И получается вот то, что вы видите. То есть это растительность, эти камыши. И, соответственно, запах получается соответствующий в городе, который периодически бывает. В Кишиневе такая же ситуация с бычком, потому что идет слив прямо, в саму речку. И это все разносится по всему, городу или по тому промежутку, где есть, сама, вода. И это ни в коем случае нельзя делать, потому что канализационная вода содержит очень большое количество отходов, как биологических, химических и так далее. То считайте, все, что вы, все, что идет с квартир, это я беру на частном, если в частном виде брать, то это все, что идет с жилых домов, с предприятий, с государственных, больших компаний тоже. В том числе, получается, и зачистных. То есть это очень сильно загрязняет воду. Гибнут все, потому что это все продолжает распространяться, развиваться. И это все разносится. Это все и попадает и в воздух, и в почву. Считайте, здесь в Камрате сельское хозяйство тоже есть. Птицы, домашний скот и так далее. Рыба есть тоже. То есть, понимаете, часть обитает в воде, как рыба, но все равно мы мясо рыбы кушаем. И как хотим мы, не хотим, оно все попадает в мясо рыбе. И, соответственно, это все попадает к нам в организм. Также, когда, если взять домашнюю птицу или домашний скот, он пьет эту воду. И, соответственно, это все, все эти вещества откладываются в его... тканях. И вот тут птички, кстати, у нас пролетели, но их уже не видно. В общем, то есть это все откладывается в тканях, мы этим питаемся, соответственно, мы начинаем болеть. Юг, как вы знаете, здесь мало воды, та, что вода есть, она на вес золота. Ну что еще раз повторю, то есть нужно участие всех сторон, и бизнеса, и государства, и общество, как можно кратчайшие сроки, чтобы решить эту проблему. В том числе на уровне государств нужно это брать. То есть на уровне президентов государств Молдовы, Украины. И решать, встречаться, делать проект, запускать и решать этот вопрос.